математически. Мадридский Реал начинает первый тайм. И будем надеяться, нас ждет очень интересный матч, и будут забиты и голы. Перед нами состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-4-2. А в группе атаки форвардов поддержит выдвинутый чуть-чуть вперед полузащитник. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. И мяч оказывается у голкипера. Игра головой, мяч остается у его команды. Что ты делаешь? Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Ну, конечно, напрашивается спор, кто лучше, Криштиану или Месси, но, пожалуй, мы сегодня с тобой эту тему развивать не будем. Согласен. Давайте просто полюбуемся игрой одного из самых неординарных и одаренных игроков последнего времени. Дамы и господа, мистер Глянец, Криштиану Роналду. Однажды сэра Алекса спросили, кто лучший игрок планеты. Видаль! Угловой в исполнении Барселоны будем смотреть. Месси, Пике, Суарес удар наносит. Да ну, это совсем никто не боится. Аларкон, Суарес.
Криштиану Роналду с мячом. Идет вперед. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Бускетс. Есть варианты развития атаки. Отлично отбор, но кому достанется мяч? Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Бэйл. Серхио Бускетс. Барса начинает атаку. Момент! В последнюю секунду мяч выбит. Гаррет Бейл. Модрич. Бейл. Это может быть опасная атака. Иван Ракитич. Ракитич. Когда встречаются соперники такого уровня, дух захватывает не только у болельщиков, но и даже у судей. Не знаю, как ты, Георгий, но я надеюсь... Что... Удар! Матео Ковачич. Роналду ведет за собой команду в атаку. Под натиском защитника он мяч упустил за боковую. Неймар. Суарес. Ракитич. Иньеста не своим, а чужим. Аларкон Суарес. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Тут защита справляется с потерей мяча. Потерял он мяч, но кому он достанется? Иско. Реал идет к воротам соперника. Иньеста, Лухан. Криштиану Роналду. Ждешь ли ты чего-нибудь особенного от этого игрока? Великолепную игру показывает сегодня нападающий. Постоянно идет в атаку. Очень здорово действует во всех аспектах. Месси. Луис Суарес мячом идет вперед. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Партнеры поддерживают эту атаку. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать. Удар! Опасно! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Это угловой удар. Иван Ракитич. Жерар Пике. Гол! Они ведут в этой игре. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Душ Сантуш Авейн. Росс. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Иньеста. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Рамос! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Судья показывает на угол поля. Месси. 1-0.
Итак, замена. Футболист покидает поле, и болельщики им явно недовольны. Да, сегодня он показал не лучшую игру, и просто не его день. Иньеста, Лухан. Жорди Альба. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошо, атака развивается. Удар нужен. И как опасно пробил. Вратарь забирает мяч. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Мяч перешел к другой команде. В мини-футболе такой удар называется каблук. Может получиться интересная атака. Потерял он мяч, но кому он достанется? Лионель Месси. Месси. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Иньеста. Альваро Мората. Тут может что-то получиться. Ну, а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Бускетс, Бургас. Отличный перехват. Это Лука Модрич. И играть еще полчаса. Марсел. Лука Модрич. Каталонцы вернули себе мяч. Бускетс. Неймар. Отлично сыграно. Надо решать. Лука Модрич. Душсантуш Авейро. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Неймар. Грамотный пас. Все по делу. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Это может быть опасная атака. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. А мяч уже у соперника. Криштиану Роналду. Великолепная игра в пас. Потерял он мяч, но кому он достанется? А вот и атака Реала. Они остались. И нарушение правил со стороны игрока Барселоны. Бэй. Удар заблокирован. Счет прежний. Угловой удар, мяч у мадридского Реала. Спас он своих. Блестящий. Сыграно. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Душсантуш Авейро. Видаль. 15 минут до конца основного времени матча. Атака остановлена, но кто получит мяч? Родригес. Футбольный IQ Хамеса Родригеса очень высок. Не каждого оппонента он способен перебегать.
но это зачастую и не требуется. Хамес одной скрытой передачей или уместным открыванием может перевернуть ход целого матча. Это может быть опасно. Бить надо! Лука Модрич. Луис Суарес. Пока неплохо. Мяч вышел за пределы поля, и Барселона будет вбрасывать. Игра на три исхода, я бы сказал. Не удивлюсь любому результату. Есть хороший адрес для передачи. Суарес удар наносит. Конечно, такие моменты надо забивать. Что тут говорить? Все болезни, Георгий, и все промахи в футболе, как ты знаешь, они от нервов. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Суарес. Барселона идет вперед. Неймар! Что он делает? У него в ногах как будто еще по одному суставу. Лука Модрич. Мора. Ох, какой момент-то мог бы возникнуть. Андре Гомес. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Луис Суарес ведет за собой команду в атаку. И навес. И здорово читают эту подачу защиты. Команда выигрывает в один мяч. И сейчас можно забить второй с этого углового и решить исход матча. Пике. Опасная передача. Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился. Неплохой мог получиться навес, если бы не защита. Можно забивать с этого углового и спокойно проводить оставшиеся минуты. Результат игры будет ясен. Луис Суарес!
Мадридский Реал начинает первый тайм. И будем надеяться, нас ждет очень интересный матч и будут забиты голы. И смотрим на состав Барселоны. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. И смотрим на состав мадридского Реала. Четверка полузащитников на поле. И заметь, что один из них сыграет чистую десятку плеймейкера и будет поддерживать нападающих. Родригес. Модрич. Камец. Терпеливо ждут они своего шанса. Иньеста, Лухан. Жорди Альба. Барса начинает атаку. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли. Хорошая подача, но защита на чеку. Камец. Посмотрим за этой атакой. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Месси. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Там есть кому сделать передачу. Суарес. С углового мяч будет введен в игру. Суарес! Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Скидка на партнера. Следим дальше за этой атакой. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Гаррет Бейл. Тут может что-то получиться. Душ Санту Шавейру. Очень высоко, очень неточно. Ушел мяч в аут, бросать будет Барселона. Видаль. Еще раз придется вводить мяч в игру руками. Иван Ракитич. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти навес. Криштиану Роналду. Какая-то черная кошка пробежала между ним и фанатами хозяина. Душ Санту Шавейру. А вот эту штанга. И мяч уходит за пределы поля. Месси. Такими действиями игру не обострить. Игрок Реала нарушает правила. Это горчишник, вполне справедливый. Фол со стороны игрока Барселоны, будет штрафной удар. Хамес Родригес. Реал на половине соперника. Бейл! Такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. Вот я люблю такие мячи. Аккуратненько в угол. Я тоже очень люблю удар на технику, на исполнение. Прекрасный гол. 1-0 в нашей игре. Бускетс Бургас.
Иногда, знаешь, ловишь себя на мысли, что Серхио Бускетс преступно нетороплив в работе с мячом. Суарес! Гол Суареса! И очень важный гол забивает уругваец для своей команды. Команда забила важный гол, сравняла счет, и теперь можно свой план на игру реализовывать. После ответного мяча у нас 1-1. Росс. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Ракитич. Ракитич. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Иско. Пока неплохо. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Лука Модрич перехватывает мяч. Это нарушение, а у него уже есть желтая. Так, это уже очень серьезно. Это вторая желтая и значит удаление. Да, одна карточка плохо, ну а две это уже красная и удаление подвел свою команду. Это может быть опасная атака. Мяч вышел за пределы поля и Барселона будет вбрасывать. Лионель Месси. Великолепно исполненный пас в разрез. А сейчас вперед можно выйти. Иван Ракитич. Барса начинает атаку. Атака остановлена, но кто получит мяч? В этой атаке оборону пройти не удалось. Чуть-чуть бы везение нападающему, хотя шансов там особых не было. Последнее слово за защитниками. Они здорово организовали классический искусственный офсайд. Лука Модрич. Росс. Джорди Альба. Суарес. Великолепный проникающий пас. Душ Сантуш Авейро. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Роналду ведет за собой команду в атаку. Родригес. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Замена у Барселоны. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Гаррет Бейл. Передача назад на голкипера. Тянут время, стадион свистит. Родригес. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Суарес. Ключевое влияние на результат окажет сегодня состояние вот этого футболиста. Когда Луис Суарес в форме, он способен в одиночку растерзать защиту соперника. Если Суарес ловит волну, то все, сопернику не сдобровать. Хамес Родригес. Мяч потерян. Модрич. Бейл.
Атака остановлена, но кто получит мяч? Гаррет Бейл. Это может быть опасно. В отборе играет Жерар Пике. Месси. Луис Суарес. Какая техника, как он обращается с мячом. Серхио Бускетс. И как пробил. Вот это был отличный шанс, чтобы вырваться вперед. Ну и вот желтая карточка, то есть горчишник. Первое и последнее, так скажем, китайское предупреждение. Суарес. Может доигрывать эпизод Барселона. Отлично сыграно, надо решать. Тут защита справляется, потери мяча. Душ Сантуш Авейру. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Все видел Лука Модрич, мяч у него. Модрич! Гол! Они ведут в этой игре! И вот оно исполнение, причем исполнение, которое завершается голом. Пробил внутренней стороной стопы, очень технично и качественно. Футболист и голкипер просто уже не мог. Помочь своей команде. Неймар. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешения судьи. Роналду тащит мяч вперед. Потерял он мяч, но кому он достанется? Иньеста Лухан. Хорошо, атака развивается, удар нужен. Прочитал передачу Гаррет Бейл. Барселона будет вбрасывать мяч, и до ворот совсем недалеко. Арда Туран. Маскеран. Неймар. Барселона идет вперед. Лука Модрич. Казимир. Бейл. Есть такое понятие в футболе — фитнес-статистика. А вот и ее король. На поле Гаррет Бейл, кажется, вообще не останавливается. Он постоянно в движении, ищет возможность получить мяч. Из защиты соперника он сегодня... Надо сравнивать! Забивай!
Суарес. Это может быть опасная атака. И удар должен последовать. Перекладина играет за вратаря. Как на тренировке. Много еще играть. 10 минут. Какой-то, знаете, между собойчик. Атака остановлена, но кто получит мяч? Месси! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Луис Суарес тащит мяч вперед. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Душ Сантуш Авейру. Ну что, 5 минут осталось. Андре Гомес. Туран. Арда Туран. Смотрим начало атаки. Великолепная игра в пас. Суарес. Очень здорово сыграно. Игроку Барселоны можно постараться создать что-то опасное из этого вброса мяча из аут. До конца матча пару минут до спасения. Один гол. Лови момент, как говорится. Самюэль Юмтити. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Итак, матч